Перед вами новая футуристическая медицинская маска со светодиодной подсветкой, встроенными Bluetooth-наушниками и микрофоном. Добро пожаловать в будущее! Маску разработал рэпер, солист группы Black Eyed Peas. Совместно с компанией, которая специализируется на космических технологиях, строительстве домов и автомобильной промышленности. В маску встроено два вентилятора, которые обеспечивают очищенным через фильтр воздухом. Также маска оборудована Bluetooth-наушниками, с помощью которых можно слушать музыку и общаться по телефону. Дизайн футуристической маски разработал Хосе Фернандес, дизайнер компании SpaceX. Если вы решите приобрести такую маску, приготовьтесь выложить за нее $300. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.